Сначала размечаем бумагу. Вкладываем сюда обычную бумагу для принтера. Размечаем карандашиком, помечаем линию разрыва, помечаем границы оторванного листа. Наклеиваем сюда точечками папиросную бумажку. Это будет вот подложка у нас. Подложка. Опять ее вставляем сюда, оторванный лист. Дальше мы намешиваем колор, обычный ПВА клей. Можно на тарелочке, можно на стекле. Делаем колор. Добавляем сюда чуть-чуть алого цвета, чтобы оттенок был похож на то, что мы планируем клеить, останавливать. Ну вот что-то такое, да? Угу. Теперь мы берем кисточку чистую и смотри. Мы сейчас будем намазывать только торец оторванного листа. Папирусная бумага, а прогресс это как? Не папирусная, а папиросная. Теперь смотри, стыкуем точно-точно по месту. Оторви мне папирусной бумажки кусочек, дай. Еще. Зубочистку достань. Сейчас. Теперь, пожалуйста, вторым листочек. Пополам сложи и оторви пополам. Все. Что тебе требуется? Дай вот эту бумагу, палочку. Там где таблетки лежат.
излишки клея убираем ватной палочкой. Еще один кусочек. Чего? Ну, папиросной бумаги. Все, больше не давай. Ты больше не доставай. И теперь под пресс. Можно положить на табуретку. Тащи книжки. Самые тяжелые? Да. Да нет, не обязательно, мы на гирю положим. Все, спасибо, не надо. Я нашел. Долго ищу. Вот за это. Я рубану рукой сейчас нос. Молодец. Потом сейчас второй переключился. Вот так. Так. Так, мука, хоть зубный порошок. Надо забелить эти места. И еще раз прокладываем. Лучше свежей папиросной бумажкой. Заодно сюда закладываем вкладыш. И оставляем еще под весом. Теперь можно погладить утюжком, но также с двух сторон, прокладывая чистым листом бумаги. Это лучше с этой стороны прогладить. Сейчас попробуем. Без остервенения.
Машку лучше оставить. Потому что здесь записи вряд ли будет. Но если будет, можно ее убрать. Смахиваем остатки талька. Срезаем остатки бумажки.